В канун Дня Победы на улицах Самары тяжелая техника, но не военная, а мирная. Городские улицы, носящие имена героев Великой Отечественной войны, приводят в порядок в первую очередь. Эта часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» называется «Улица Победы». Эта улица названа в честь летчика-истребителя Вадима Фадеева, уроженца Самарской земли, героя Советского Союза и обладателя ордена Красного Знамени. Раньше эту дорогу ремонтировали малыми картами. Сейчас же участок протяженностью больше километра от улицы 22-го партсъезда до улицы Нового Вокзальной дождался полноценного ремонта. Дорогу приводят в порядок от борта до борта. Прилегающие территории тоже охвачены работами. Фрезерование старого полотна планируют закончить 1 мая. После этого уложат высокопрочную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Улица требовала более тщательного к себе подхода и ремонта именно от борта до борта на всем протяжении, что и будет выполнено в текущем году. Также планируется отремонтировать тротуары на площади 6000 метров квадратных с применением асфальтобетонной смеси. Также заменить порядка 40 люков инженерных коммуникаций, заменить бортовой камень. По обращениям жителей здесь также устроят пандусы для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками. Всего в Самаре в планах провести дорожные работы большими картами в рамках нацпроекта на 42 участках. Общая протяженность свыше 33 квадратных километров. Сейчас два участка закончены, на 6 ремонт идет полным ходом. Самарские автолюбители переменам к лучшему радуются. Естественно, замечаешь, как раньше делали, как сейчас стали постоянно кругом. Где не едешь, смотришь, выравнивают, все делают, дороги асфальтируют. А когда хорошие дороги, приятно ехать. Что касается улицы Фадеева, закончить ремонт должны в первой декаде мая. Но многое зависит от погодных условий. Сейчас же идут с опережением графика. Мария Левина, Максим Гусев, события.